Добрый день, мои подписчики, любители кур и начинающие птицеводы. Хочу сегодня с вами поделиться проблемами, почему не вывелись цыплята в инкубаторе. У меня их набралось 10 штук, этих ошибок. Может, кто-то знает еще какие-то, но у меня проверенные временем, моим опытом ошибки. Значит так, начинаем. Первая ошибка – это вам неизвестно происхождение яиц. Все продавцы очень разные, поэтому яйца могут быть как несвежие, как и из магазина, поэтому жизнь у нас такая вся с вами разная. Если вы не знаете происхождение яиц и вам неизвестен этот человек, у кого вы их приобретаете, лучше от этого отказаться. Второе. Очень важно влияет на высиживаемость, да, или вылупление яиц, это возраст кур. Особенно возраст петуха. Чем старее петух, тем меньше он сможет оплодотворить кур. И тем меньше выводок будет. Третье. Опять-таки, если вам неизвестно поголовье, тут очень важно, сколько кур у этого петуха. Молодой он, не молодой. На 10-15 кур нужно, чтобы был один петух. А если поголовье очень большое кур, допустим, уже 30-40 кур или еще больше при одном петухе, то он тоже не может, он просто реально не в силах оплодотворить все яйца. И, ну, в простонародье сказать, потоптать всех кур. Четвертое. Что нужно в первую очередь, о чем нужно знать? Что нельзя закладывать в инкубатор? Нельзя закладывать грязные и деформированные яйца. Тоже делов не будет и толку никакого хорошего не будет. Пятое. Яйца слишком долго пролежали. Опять-таки, если вы не знаете происхождение яиц, вам могут продать те яйца, которые уже, допустим, им неделя. Это уже тоже бесполезно закладывать. Это ничего из этих яиц тоже не вылупится. Шестое. Ну, так получилось, что у вас грязные яйца получились. Да, вот вы их приобрели, яйцо какое-то грязное, небольшое пятнышко, вы решили помыть. Мыть яйца перед закладкой в инкубатор ни в коем случае нельзя. Тем самым вы, когда моете или обрабатываете какой-то химией или чем-то еще, дезинфицируете, вы забиваете водой поры, через которые плод дышит. Поэтому этого делать ни в коем случае нельзя. Седьмое. Инкубатор. В инкубаторе может быть неправильно подобрана температура. Поэтому тоже или слишком холодная, или слишком большая, высокая, поэтому это тоже может очень повлиять на высиживаемость, вылупление, скажем так. Потом, что еще восьмое? Влажность должна быть постоянная, постоянно одинаковая в инкубаторе. Она не должна быть там больше, меньше, она должна быть постоянная. Это тоже важно. Девятое. Длительное время не был подключен к электричеству инкубатор. Это если вы оставили все на самотек, и, к сожалению, в ваше отсутствие отключили электроэнергию, и вот у вас такое могло произойти. Десятое, что очень важно. Во время вылупления, как мы все знаем, да, вылупляются цыплята. Ну, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Цыплята вылупляются через 21 день. В течение 21 дня вам периодически придется подливать воду
в инкубатор. Вода должна быть или комнатной температуры, или холодная. Ну, я делаю, подливаю кипяченую воду. Ну, для того, чтобы не было вот за это время никаких микробов дополнительных не развивалось. Но ни в коем случае не из чайника и не кипяток. Потому что что происходит, если вы наливаете кипяток? Опять-таки, яйцо, которое лежит в инкубаторе, оно начинает потеть и, соответственно, закрываются поры у цыпленка. Цыпленку дышать нечем. Так, что еще? Соответственно, он будет лишен кислорода. Ну и вот мой опыт для того, чтобы это было не просто многословно сказано. Вот мой опыт закладки инкубатора. Как я делаю? Моим курам, они у меня уже не молодые, закладываю только свои яйца. Закладываю в течение, вот в этот раз у меня получилось, я закладывала в течение 5 дней. Вот я его включила на 38 градусов. И первая закладка у меня была 9 мая. Вот у меня лежит бумажка. И тут у меня все прям написано. 9 мая я начала. И 15 мая положила последнее яйцо. И посчитала ровно 21 день, когда они у меня должны вылупляться. И вот они у меня должно начаться вылупление с 29 по 4. Сейчас я вам покажу, что у меня внутри в инкубаторе. Прям даже не отключая. Вам приоткрою. Вот у меня, пожалуйста, вот тут у меня тут происходит. Вот что у меня тут происходит. Видите? Там уже даже поклевки видны. Вот. И вот сегодня 29 число. Сейчас мы закроем. У меня инкубатор такой самостоятельный. Он сейчас сам опять наберет температуру, которую нужно. И вот сегодня 29 мая, да, и у меня прям все прям как по бумагам, по книгам. У меня первый цыпленок сегодня вылупился. Вот, вот оно доказательство. Где-то есть? Ку-ку. Вон он сидит, вон он. Да, сидит, чирикает. Поэтому голос за кадром. Это был его. Так как у меня цыплята... Не цыплята, а куры старые. У меня из всего вот этого огромного количества будет, я надеюсь, если хорошо, если выведется цыплят 10. Потому что, опять-таки повторяю, для того, чтобы был хороший выводок, больше процент выводимости, для этого нужен молодой петух. Все, спасибо большое за внимание. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. Буду отвечать на все ваши вопросы. До свидания.